Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Это я опять со своим телефоном. Вот такие дела у нас там. Вот сейчас я узнал, что я самый долгожитель дон среди всех глав субъектов дон. Sentyabrın 3-də müddətsiz məzuniyyətə gedəcəyini açıqlayan Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrovun Rosqvardiyanın rəisi vəzifəsinə təyin ediləcəyi gözlənilir. Bu barədə məlumatı Meduza nəşri yayıb. Rusiya hakimiyyətinə yaxın nəşr isə bu təyinatdan sonra Kadrovun Ukraynadakı müharibədə əsas fiqurlardan birinə çevriləcəyini bildirir. Çeçenistan rəhbəri vəzifəsinə isə Kadrovun yaxın dostu Adam Delimxanovun təyin ediləcəyi deyilir. На первом месте, да, уже 15 лет, как я руковожу республикой, да. У нас у кавказцев, чеченцев есть пословица, да. Каким бы ни был гость уважаемым, да, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, да, приятное. Поэтому я думаю, что в мое время тоже, да, пришло, да. Пока меня не выгнали, да. Так что вот такие дела, но оказывается, я уже старый, но когда-то был молодым, самым неопытным, да. И сейчас таким, да, остался неопытным, но молодость ушла, прошла, да, куда-то, да, не знаю, да. Вот. Вот такие дела, да. Мы об этом уже начали думать, да. И постараемся, чтобы вовремя.